хочу вас пригласить на эту сцену. Вам уже будут аплодировать. Мы будем говорить слово. Я думаю, что многие с вами встретятся на протяжении этих 5 лет. Как говорят, умный поймет, да не скажет, а глупому все равно. А поскольку вы, мехерцы, умный народ, они сразу догадались, что многое будет зависеть от вас. Встречайте, Александр поет замечательно.